Окей, ребят, всем привет, с вами Дар Риди, и мы продолжаем играть с вами в игрушку H1Z1. Ух ты, блин, я очень сильно голодный, короче. Не знаю, какого фига я такой голодный, я, по-моему, в той серии ел перед выходом. Давайте все-таки поедим немножко. А, так, предлагаю первым делом, конечно же, заняться поиском пропитания. Нам нужны консервы. А что ж, так, в прошлой серии у нас был и пистолет, и дробовик, и даже снайперка. Даже у нас был автомат. Мы это все нафиг выкинули, так как у меня просто нет патронов. Зачем нам оружие без патронов? Можно было, конечно, оставить пистолет хотя бы. Ну, блин, пистолет не такой уж и мощный. Ну, в принципе, да, пригодился бы. Ну, в этом городе много-много всякого лута, всякого оружия. Так что я думаю, я надеюсь на это, что его не растащили, и нам еще отпадет что-нибудь. Так. Ищем с вами консервную банку. Блин, потому что нам надо немножко заправиться. Знаете, как в мультике «Медведь». Вот, не пора ли нам подкрепиться, дружок? Вот, нам, мне кажется, пора подкрепиться. Так, не нахожу я ничего. Так, блин, ну кофе. Эх. Блин, мне нужна консерва хотя бы. И знаете что, можно, в принципе, костер сжечь. Покушать мясо. Ух ты, там что-то было за 500. А, выдерга. У меня есть выдерга. Так, пить мы пока не хотим. Но скоро захотим, я думаю. Нам еще нужна зажигалка, чтобы можно было зажечь печку. В печке можно будет переплавить предметы. Так, у меня есть топор. Да, давайте добудем. А, дерево у меня есть. Так, ну-ка, крафт смогу я сделать? Нет, надо два. Два полена надо, чтобы скрафтить костер нам. Предлагаю еще этот магазинчик обыскать. Что тут у нас имеется? Так, полки. Ух ты, консерва. Консерва — это хорошо. Блин, я хотел сесть прямо тут. Ну ладно, давайте сидим отсюда. А, сейчас у меня пополнится мой аппетит. Ой, ну. Кстати, и еще этот пополнится, как он. Жажда. Так, водичка. Хорошо, целая водичка у нас есть. Давайте, знаете, скрафтим. А, мне не хватает ягод. Нужно 5 ягод еще. А, ну, одна ягодка еще нужна. Ух ты, 45 ягод. Все, забираем нафиг. И сейчас сделаем точно крафт. Странно, не хватает. И чем не хватает? Очищенная вода. Ну-ка, подождите, еще одно что хотела сделать. Так, ну-ка, воду возьмем. А, вот. Purified water. Какой-то мы изучили. Blackberry нам надо. И воду, собственно говоря, очищенную. Но мне нет воды очищенной. Вот там кто-то бежит. Сможет ли он меня убить, интересно? Не, мне кажется, он не должен меня убить. Hello, man. Так, ладно, молчаливый. Молчаливый приятель. Ладно. Посмотрим, что у нас в ящиках есть. Ну, давай, открывайся уже.
Один сахар, один сплошной сахар. Везде. Или соль. Я пока что не понял, что это, но их дохрена, вот этих пакетиков. Так, ладно, ничего не нашли, короче. И пошли дальше. Так, я, в принципе, могу же. У меня есть такая штука. Да, вот она зажигает как огонь. Все-таки предлагаю нам получше поесть. Для этого нам надо срубить дерево. Чем мы сейчас и займемся. Кстати, там можно воду добыть. Добытчик воды, ёптить. Так, я. Большое дерево. Да. Да-да-да. Так, ну сейчас мы быстро срубим дерево. И будет у нас все просто замечательно. У нас будет с вами огонь. Вот. Ух ты, почти как первобытные люди. Так, ну где вот этот? Где сами поленья? А, вот, все, они сразу у меня появились. Хорошо, замечательно. Так, у меня есть пустая бутылка. Предлагаю я вам туда ее положить. Так, вот пустая бутылка, да, мы ложим сюда. Она должна будет наполниться грязной водой, а грязную воду мы почистим с вами. Вы смотрите, какой здоровый шалаш сделали, сооружили люди. Так, ладно. Крафт лука. Ой, крафт костра. Окей. Где он? Вот он. Нужно разместить. Давайте тут разместим. Я думаю, да. Так, теперь нажимаем. И зажигаем наш костер. Я думаю, у нас получится. Правда, 15 секунд надо подождать. Ничего страшного. Зажигалку и раз, два, и готово. Вот зажигалка самая нужная, самая необходимая вещь. Во-первых, она весит почти ничего. То есть ее можно, по сути, таскать с собой. Блин, да хоть ты даже в одной кепке будешь ходить. О, все, зажгли наш костер. Блин, там это... А, нет, я думал, это зомбарь, ладно. Так, мясо. Бросаем туда мясо. Оно будет жариться. Ну-ка, если я веточку брошу или жир... Есть какой-то пакетик. Давайте бросим сюда пакетик. Куда вообще его бросать можно? Так, ладно. Потом бросим. Мясо не пожарил, что ли? Или это не положил? Так, давайте туда все запихнем, посмотрим, что будет. Можно же ягоды запихнуть. Одну штучку. А, нет, 19 положил. Это одну бы штучку положить. Так, давайте покушаем с вами. У меня 18. О, на 100% я. Топливо мы получили, жир можно в костре переплавить и получим топливо с вами. А из топлива, да хрен знает, что мы из топлива делаем. Вот из мяса еще можно будет один предмет сделать. Так, ну-ка, вода у меня же очищена, ну-ка, там грязная есть вода? О, вот грязная вода, хорошо, сейчас мы ее чистим на костре. Кстати, печка загорелась. Видимо, я рядом разжег костер и загорелась тем самым печка. Будем знать. Так, что хотел? А, воду сейчас мы туда положим. Окей, она потом станет чистым, чистой. Я что-то хотел переплавить там. Я уже забыл, что. Так, действительно, зачем нам печка? Нам с вами нужны гвозди. Так,
Давайте переплавим, не знаю, металл один. Так, посмотрим, сейчас он должен переплавиться. Металл бар. Отлично. Так, ну я его уже не могу изучать. Я его, по-моему, максимум уже прокачал. Так, ладно, смотрим. Так, вода должна очиститься. Окей, вода очистилась. И делаем крафт. Делаем крафт. Blackberry. Компот, короче, мы сейчас скрафтим. Окей. Хорошо. А, кстати, это-то и был или нет? Мне показалось, это был компот. Стагнат ватер какой-то. Это Blackberry Chase. Ладно, пофиг. Так, ну что ж, ребята. Ну-ка, там кто-то стягается, что ли, друг с другом? Они же не могут, они не смогут друг друга замочить. Смотрите, один пишет, а руки поднимает вверх, типа, я сдаюсь. Жесть, он его не завалит, потому что... Потому что тут нельзя друг друга завалить. Предлагаю с вами не стоять на месте, а куда-нибудь выдвинуться, что-нибудь посмотреть. Вот. Тут продолжение города идет. Город тут большой. Так что если вы найдете город, обязательно тут побродите. Явно что-нибудь интересное найдете. Так, что у меня? Скоро я пить захочу. Так, давайте еще возьму одну пустую бутылку. Ну ладно, пофиг, нам пригодится. Так, что тут есть? Тут, короче, есть кухня. Консервы. Я постоянно вижу... А, это консервы. Ладно, хрен с ним, возьмем. Так, ну, по сути, больше тут я ничего не вижу. В столе опять эти пакетики. Арматурина какая-то. Так, тут сооружение. Все, ребят, весь сервер, ну, сделан для людей. То есть тут можно зайти в дом и как-то, не знаю, что-нибудь найти полезное для себя. Постоянно печка горит, то есть можно переплавлять предметы. Так, топор, ух ты, вот. Можно вот такой взять топорик. Ну-ка, давайте он, наверное, получше будет. Сейчас мы поменяемся. Так, этот выкинем. Возьмем вот этот. Хорошо. Так, посмотрим, сколько он. А, это более легкий вариант. Хотя он вроде железный, вот это более тяжелый. Ладно, наверное, все-таки этот получше будет. Может быть, наоборот, этот получше. Так, фиг его знает. Так, Romerus супермаркет. Офигеть, давайте зайдем в супермаркет. Может быть, там что-нибудь есть интересное. Знаете, какие шикарные горы, леса, деревья. Классно, все просто замечательно. Ух ты, что-то летит. Что такое было? Фигня какая-то. Так. Romerus супермаркет. Давайте в него зайдем и посмотрим, что там есть интересного. Я думаю, там будет просто шик и блеск. Так, ну вот, мы зашли с вами в супермаркет. Ух ты. Вот они, короче, тут кассы у нас. Стеллажи какие-то, компьютеры. Тут, я не знаю, компьютерный клуб, что ли, был. Так, туалет. Топорик. Кто, интересно, сюда топорик положил?
Так, давайте посмотрим, что в столах, что в холодильнике. Если это супермаркет, по идее, там должно быть очень много еды. Но, походу, еду украли. Растащили, так сказать. Так, ну, наркотики давайте возьмем. Я не знаю, зачем они мне. Я не употребляю наркотики, но я думаю, нам они пригодятся. Так, ну вот он, сам супермаркет, вот стеллажи. Тут, скорее всего, лежали фрукты. Я думаю, такие у нас тоже есть в наших супермаркетах. Так, неужели ни одной консервы? По-любому одна будет там консерва лежать какая-нибудь задрипанная, уже полуоткрытая, заплесневелая. Так, ну вот тут пронумерованы. Ну вот, конечно, кто-то взял, не забыл забрать консерву. Именно одну. Так, ладно. Но потом оставим. Так, много-много тут чего. Раньше было. А сейчас ни хрена нету. Еще консерва. Много консерв валяется. Видимо, они невкусные, или консервы, не знаю, для животных. Раз их никто не ест. Так, ну-ка, еще куда-то зашли. Тоже какие-то стеллажи, наверное, грузовой отсек какой-то. Да, тут, я думаю, приемка шла товара. Да, вот сюда машины подъезжали. Я думаю, они отсюда принимали товар. Так, ладно, давайте пробежимся дальше. Что тут у нас? По-моему, мы уже везде пробежались. В супермаркете ничего такого мы прям крайне интересного не нашли. Касса, есть топор. Ну-ка, вот такой-то топор я бы взял. Ух ты, 1000. Это тоже 1000. Давайте вот этот выкинем, а вот этот возьмем. Эпический такой. А топор пожарный, да? Ух ты, крутяк, теперь у него пожарный топор. Сколько у него процентов? Совсем новый, 4000. Хорошо. И, короче, тут одни топоры валяются. Но это не очень правильно. Мне кажется, надо было более разнообразить. И то одни топоры, это как-то, блин, не знаю, плохо. Неинтересно и скучно. Так, тут, блин, насвинячили. Видимо, тут была кафешка. И когда начался хаос, тут никто не прибрался. Потому что зачем? И так погибнут все. Зачем вообще прибираться и как-то вообще-то, наверное, следить за собой тоже девушкам не стоит. Хотя не девушкам, я думаю, стоит всегда за собой следить. Даже в зомби-апокалипсисе. Ой, блин, что-то я уже, походу, дело засыпаю. Так, вот, мы зашли на второй этаж с вами. Сможем ли мы подняться на крышу? У-у-у. Снайперская винтовка 308. Так, я могу снять что-нибудь себе. Горючее, давайте одну выкинем. Может быть, кому-нибудь пригодится, потом найдет. Берем фонарик и возьмем снайперскую винтовку. Блин, какого хрена? Нам веточка тоже не нужна. Нам нужна снайперская винтовка. Замечательно. Так, теперь нам надо найти патроны под нее. А, винтовку оставили, а патронов нет. Вот сволочь. Как всегда, если я оставлю снайперскую винтовку, потом я найду патроны под нее. А, вот патроны, кстати. Окей, 3 патрона есть. Это уже что-то. Хорошо, что они рядом с винтовкой положили патроны. Так, ну ладно, теперь все хорошо. Теперь уже как-то можем обороняться. Так, ух ты! Можно, короче, по крыше попродить.
И это еще недостроенное здание. Круто. У нас такого нету. Наверное, тут планировался, не знаю, второй этаж делать, строиться. Ах ты, упал. Упал я и ногу сломал, походу, дела. Не, нормально, 86%. Так, ну вот такой вот супермаркет, мы побывали в нем. Вот, в принципе, нам понравилось. Нашли снайперскую винтовку опять и 3 патрона к ней. Ну, в общем и целом, нормально получилось. Ладно, теперь надо найти выход. Я его не могу найти. А, вот он, выход. Уже темнеет, ребята, и скоро будет совсем темно. Вот такая вывеска. Роми Ройс, супермаркет. Так, ну что ж, блин, там еще интересно. Там, короче, еще какая-то школа или что-то такое. Так, это, видимо, тоже какая-то кафешка. Везде топоры. В этой деревушке люди без топоров не ходят. Они всегда берут с собой топор. Ух ты, какие-то проценты. Интересно, кто там такой? А это... туалет. Так, ну... Что ж, тут тоже все пусто. Пусто тут. Ладно, куда еще дальше пойдем? Какой-то ящик, давайте откроем. Так, там ничего нету. Так, я хочу пить, давайте попьем. Ага, у меня есть компот. Немножко должен, по-моему, это прибавиться, да. Про это я вам и говорил. Так, помойка, в помойке, может быть, там что полезное лежит, не знаю. Ну, давайте возьмем. Помойки стали добавлять какой-то лут уже. Так, ну не знаю, куда пойдем. Пойдемте в школу сходим. Так, вон там далеко впереди школа, давайте посмотрим. Йо, блин, тут реально как такие дома, короче, здоровые. Прям, не знаю, все не перейти. Ну, забегаем ненадолго в школу, и там, я думаю, серию закончим. Зомбаков очень мало на этом серваке. Ну, в принципе, с одной стороны, хорошо, а с другой как-то скучновато, потому что, блин, ну, просто изучаешь местность. Вон там далеко впереди стоит, глазами сверкает зомбарик. Зомбарик. Ты можешь сломать. То есть тут запечатано. Так просто не зайти. Хорошо, сейчас мы подползем. Все, зашли. Зашли внутрь. И что у нас тут имеется? А ни хрена тут не имеется, тут все пусто. Пусто мигусто. Да, ребят, ничего тут нету интересного. И можно вниз спуститься. Давайте попробуем вниз спуститься. Ух ты, тут какой-то подвал. Почему я не могу тут? Слишком, видимо, маленькая дырка для маленьких детей. Узенькая дырка. Ладно, шучу. Да, тут запакованный, короче, вообще должна быть как дверь быть. Но она... в землю ушла вот текстура. Поэтому это не маленькая дверь, это большая дверь просто. Ну, так вышло, короче. Косяк разработчиков. Ну, игра сырая все-таки. Так что я думаю, это им простительно. На крышах вроде как на хороший лут должен находиться. Тетя тут кто-то домик свой просто себе построил. Ну все, я думаю, на этом мы серию и завершим. Вот, в следующей серии обязательно продолжим изучать этот город. Постараемся зайти в интересные, будем заходить в интересные дома. Делать новый крафт. В общем,
Советуйте мне, пишите в комментариях, чем можно еще заняться в игрушке H1Z1. А пока что, ребят, всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.